Доброго времени, дорогие подписчики, рубрика «Видеоответ», и следующий вопрос звучит так. Как изменить отношение парня к себе? Смотрит на других, начинает повышать голос, не из-за чего, пугает меня, что хочет ударить. Ой, тут, скорее всего, не его отношение надо менять к себе, свое отношение надо менять к нему и к ситуации, и свое отношение к себе. Я вам посоветую, оставьте своего парня в покое и займитесь собой. Тут речь пойдет про границы и свою значимость. Повышать свою значимость в первую очередь в своих глазах, а во вторую очередь в глазах своего парня. Ведь это происходит не от того, что он вас не любит, а от того, что нет уважения и отсутствия личных границ. Если конфликтная ситуация повторяется, я вам рекомендую в этот же момент объяснить своему мужчине, что со мной так нельзя, и тут же сказать, а как можно. Знаете, с ребенком есть такая методика, когда ты говоришь «так не делай», тут же нужно сказать, а как делать. Не прыгай по лужам, а как прыгать? Он не понимает, то есть это не делай, а что можно делать? Точно так же с мужчиной, если уже у вас изначально не установлены границы, если у вас приоритетность не расставлена, то отношения не будут иметь правильное русло, правильное направление, отношения будут все время колебаться. Как маятник, знаете, из резко хорошего в резко плохое. А нам нужны стабильные, гармоничные, здоровые отношения. Для этого и мужчина, и женщина должны иметь здоровую психику. Поэтому я вам рекомендую, попробуйте с ним проговорить и донести ему, как со мной можно, как со мной нельзя. При этом регулярно повышайте свою значимость в его глазах. Он должен понимать, что если вам что-то не понравится, вы можете уйти, и он может вас потерять. А вы для него очень значимая, важная фигура. Очень хорошо работает, когда вы начинаете обозначать «со мной так нельзя». Я вам желаю удачи, попробуйте, у вас все обязательно получится, ведь я на вашей стороне.